Здравствуйте, друзья, с вами Светлана. Хочу вам показать тайдал Red Velour летом. Ну вот так выглядит он в 30 литрах. Большой, крупный. И весь горшочек он, конечно, уже прикрыл. Была у него стрижка до высадки, и больше я его не трогала. И как многие говорят про лысую середину, вот сейчас я подойду поближе. Я очень боялась этой лысой середины и подсадила лобильку. Но он сам все сделал за себя сам, за меня сам все сделал. И вот таким красавцем он вырос. Но это еще не предел. У нас еще весь август впереди, а то и сентябрь прихватим. Ну вот, что это? Показываю, что это одно растение в 30 литрах. Ну вот здесь его капуста подпирает. Так он бы еще и на ту сторону бы упал. Ну и сейчас пройду я к другому тайдалу. Ну вот второй тайдал. Этот тайдал был высажен 100 литров, это полбочки. Ну, буквально 3 недели назад. Неделю назад он еще не доходил до краев бочки, не доходил. Ну, вот тоже показываю, что, вот видите, трава. Ну, а так это один куст. Вот неделю назад он еще не доходил до краев бочки. Вот, ну, вот так был. Ну, я думала, что ничего, наверное, с него и не получится. Но ничего, вот такой результат. Красавец. Но он уже метр, наверное, есть у него ширина. Просто как-то моментально он так пошел. Земля здесь обычная садовая и немного перегной КРС. И все. У этих двух растений есть небольшая разница. То растение стоит на солнце целый день, а это растение получает солнце после обеда. Ну, вот где-то после 12 часов здесь будет солнышко. Получается, что в полутени. Значит, в полутени лучше. Такой вывод я сделала для себя по тайдалу. Друзья, улыбнитесь, тайдал номер 3. Вот так он выглядит в 3-литровом техническом горшке. Почему он так выглядит? Потому что, чтоб не пересушить, я его воткнула среди ботвы картошки. И он там сидел. Бедняга. Он сухой напрочь. Сейчас, если получится вытряхнуть. Нет. Корни выросли в землю. Не получится у меня одной рукой. Но я его буду все равно сейчас приводить в порядок. Во-первых, я обстригу все. Уберу половину корневой системы у него. И дам свежий грунт и побольше кашпо. И, возможно, он пойдет у меня на черенки. И еще хочу добавить, что все три растения, которые я вам показала, это не самые такие вот презентабельные варианты. Это варианты, которые уже были, выросли из черенка. Были вот как, ну вот то, что осталось себе, то и осталось. Вот так, на этом все. Всем красивых, пышных цветов. И, конечно, подольше лета, чтобы у нас продолжалось. Пока-пока.